Библейский портал экзегет.ру представляет. Добрый день. На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем рассмотрение Евангелия от Иоанна, 2 глава. После описания первых встреч Иисуса Христа с будущими учениками, евангелист рассказывает о их присутствии на браке в Кане Галилейской. Свадьба праздновалась 7 дней. Веселый праздник с большим количеством приглашенных проходил в атмосфере радости и сопровождался песнопениями и богатым угощением. Не случайно в этом эпизоде упомянут распорядитель пира. Этот человек был обязан следить за ходом праздника, за тем, как преподносятся подарки, как подаются блюда и в какой последовательности наливаются вина. Распорядителем пира мог быть назначен один из гостей, но обеспечить празднество вином и пищей полагалось жениху. Этим объясняется то, что распорядитель пира не знал, откуда вино. Неспособность жениха заготовить достаточное количество вина на свадьбе могло навлечь на него позор. Так, был зван Иисус и ученики его на брак, и как не доставало вино, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит: «И что мне тебе, жена, еще не пришел час мой?» Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит ему: «Наполните сосуды водой», наполнили их доверха, и говорит им теперь: «Почерпните и несите к распределителю пира». И понесли. Когда же распределитель пира отведал воды, сделавшейся вином, он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распределитель зовет жениха и говорит: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало знамени в Кане Галилейской, явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Итак, вероятно, Иисус Христос и его спутники пришли не к началу свадьбы. Указание на третий день – и сочетание с указанием на другие дни в первой главе позволяет рассматривать это чудо как завершение семидневного периода. В своем Евангелии апостол Иоанн ни разу не называет себя по имени и ни разу не называет мать Иисуса Христа по имени. Богородица, заметив, что у хозяев истощился запас вина, обратилась к сыну, будучи уверена, что он сумеет помочь в этой непростой ситуации, и ответ звучит несколько необычно, потому что в нем мы слушаем обращение женщины: «Что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой». Давайте с вами вспомним, что эти слова, они не раз применялись в евангельских текстах, которые восхваляют женщину. Приведу вам несколько примеров. Вот Евангелие от Матфея, 15:28. «Тогда Иисус ответил ей: „О, женщина, велика твоя вера, да будет тебе, как ты хочешь“. И была исцелена дочь ее в час тот. Увидев же ее, Лука 13:12, Иисус подозвал и сказал: „Женщина, ты свободна от недуга твоего“». Следовательно, такое обращение не может свидетельствовать о недостатке уважения. Однако все-таки оно довольно необычно в устах сына по отношению к матери. Это показывает, что в данном случае речь шла не о обычных семейных отношениях. Собственно, нечто подобное мы встречаем и в других евангельских местах. Так, например, когда к Иисусу Христу приходят его родственники и говорят ему: «Вот матерь твоя и братья твоя снаружи ищут тебя». Христос отвечает: «Кто исполнит волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Марк 3:33 и так далее. И то, что
Иисус Христос не вкладывает в слово «женщина» каких-либо негативных чувств, видно из того, что он также обратился к матери и перед самой смертью. Евангелие от Иоанна 19:26. «Увидев же мать и ученика, близстоящего, которого он любил, говорит матери, женщина, вот сын твой». Слова Иисуса Христа «еще не пришел час мой» – это не отказ. Время, когда он должен явить себя миру, определяется только его небесным отцом. Но Мария все равно подводит к нему слуг и говорит «сделайте все, что он вам скажет». Тем самым наступление часа связано и с послушанием матери. Стояли там каменные сосуды. Дело в том, что из-за непроницаемости камня находящая внутри сосудов вода была защищена от ритуального осквернения. Ее использовали для омовения рук и посуды после еды. Мера единицы объема составляла примерно 36 литров, то есть общая емкость сосудов была порядка 450 литров. Очевидно, на многолюдные свадьбы, длившиеся несколько дней, их приходилось заполнять неоднократно. С точки зрения иудеев, пить из них было бы просто немыслимо. Говорит им Иисус, наполните сосуды водой и наполнили их доверху. И, говорит, зачерпните теперь и несите к распорядителю пира. Сначала было принято подавать самое лучшее вино. Из текста следует, что такой обычай возник, потому что некоторые из гостей пьянели и не замечали, что вино стало хуже. Это, конечно, не означает, что гости были уже пьяны. Распорядитель хвалит прекрасное вино, благодаря чему жених узнает, что он спасен от позора. Чудо в Кане Галилейской стало первым знаменем, первым чудом, совершенным Иисусом Христом. И если мы об этом говорили в первой главе, ученики открывают для себя Иисуса Христа, в первую очередь благодаря Иоанну Крестителю, то во второй главе он открывает им себя сам. Подчиняясь воле Матери, он приоткрыл свое божество и явил свою славу. А слава Мессии проявилась в изобилии вина, которое в Ветхом Завете является символом радости в последние времена. И, конечно, стилю 4-го Евангелия присуща многозначность. Духовный смысл чуда заключается в том, что христианство имеет преимущество над иудаизмом. Вода очищения сменяется вином, и вино это, конечно, символизирует кровь Иисуса Христа. Потому что именно из распятого тела Христа, по свидетельству евангелиста Иоанна, вытечет кровь и вода. И, собственно, и час в Евангелии от Иоанна имеет тот же смысл, потому что пять раз в Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит «не пришел час мой», то есть не пришло время его крестной смерти. Тем самым это чудо, оно предвозвещает будущее распятие, будущую смерть Христа, потому что, собственно, и, как уже было сказано, Богородица, она присутствует только в двух эпизодах 4-го Евангелия, в чуде о Кане Галилейском и находясь у подножия Голгофы. Но прежде чем идти дальше, мне хотелось бы несколько слов сказать именно о чудесах в Евангелии от Иоанна. Дело в том, что, собственно, слово «чудо» евангелист не использует в принципе. Он говорит лишь о знамениях или о делах. И знамение – это не просто одно из многочисленных событий земной жизни Иисуса Христа. Оно становится его самооткровением, приоткрывает завесу его личности. Например, Христос говорит «Я свет миру» и 9:5 исцеляет слепорожденного, или говорит «Я воскресение и жизнь, верующий в меня не умрет,
11:25 и затем воскрешает четверодневного Лазаря. То есть, другими словами, некие утверждения о себе, они раскрываются в последующем или предшествующем чуде, как вслед за насыщением 5000 следует беседа о Христе, как он рассказывает, о себе, как о хлебе, сходящем с неба. И если у каждого из предшествующих евангелистов рассказывается о нескольких десятках чудес, то в Евангелии от Иоанна их гораздо меньше, всего 8. И эти знамения, они всегда связаны либо с восполнением недостатка пищи, вина, хлеба, рыбы, либо с исцелениями. И особенностью всех чудес, приводимых в Евангелие от Иоанна, является полная безнадежность обстоятельств, которые предшествуют чуду, когда кажется, что уже ничего сделать невозможно. Например, где взять вино, запас которого закончился во время свадьбы? Или как можно накормить бесчисленную толпу в безлюдном месте? Возможно ли, 5 глава, выздоровление паралитика, который уже 38 лет мечтает спуститься в купальные Фезда, когда в ней возмущается вода? Может ли прозреть юноша, родившийся слепым? Или невозможно вернуть к жизни четверодневного мертвеца, труп которого начал разлагаться? Наконец, возможен ли улов для рыбаков, которые за ночь ничего не поймали? То есть, действительно, мы понимаем, эта безнадежность, она показывает, что чудо совершается Богом, что здесь только божественное вмешательство может что-то переменить, иначе это невозможно. И показательно то, что каждое из этих евангельских чудес, оно упоминается в последующем тексте, и дальше мы встретим и указание на чудо в Кане Галилейской уже в завершении 4 главы, после встречи Иисуса Христа с самарянкой, и на другие чудеса тоже будут ссылки. То есть, другими словами, чудеса являются в Евангелии от Иоанна предметом обсуждения в гораздо большей степени, чем у предшествующих трех евангелистов. К ним вновь возвращается повествование, их нельзя отделить от основного текста, потому что каждый из них, оно имеет обязательно свое последующее продолжение. Но продолжает рассказ о чуде тоже несколько необычное повествование. Необычно оно потому, что, выйдя из Каны в сопровождении матери, братьев и учеников, Иисус после непродолжительного пребывания в Капернауме приходит в Иерусалим на праздник Пасхи. И здесь происходит очищение храма. После сего пришел Иисус в Капернаум, и ученики его, там прибыл немного дней, приближалась Пасха Иудейская, 13 стих. 2 глава. Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей, и сидели миновщики денег, и сделал пич из веревок, и выгнал из храма всех, также овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте дома торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает, пожрет меня. На это иудеи сказали: каким знаменем докажи ты нам, да, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его. Он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию, слову, которое сказал Иисус. Итак, все евангелисты помещают очищение храма в конец земного служения Иисуса Христа, в начале Страстной Седмицы, и евангелист располагает его в начале общественного служения. И прежде чем мы пытаемся понять причину
столь существенного расхождения в хронологии у евангелистов, перечислим отличия в описании очищения храма между первыми тремя евангелистами и Евангелием от Иоанна. Надо сказать, что первый евангелист довольно лаконично говорит об этом событии, а апостол Иоанн описывает его более детально. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, и овец, и волов, и менял, рассыпал деньги, и столы опрокинул». Вот. Но с продавцами голубей он поступил более снисходительно, сказав ему нести свой товар и не превращать дом его, дом отца, в дом торговли. У евангелиста Иоанна ученики, видя происходящее, вспоминают слова 68-го псалма, где речь идет о праведнике, которому придется уплатить высокую цену за его преданность Божьему храму. «Ревность о доме твоем пожрет меня». Еврейский глагол «пожрать» в смысле «уничтожить» в переносном смысле можно означать «доводить до смерти». Тогда получается, что именно ревность о храме в конце концов приведет Иисуса Христа к смерти. И у синоптиков, первосвященники и старейшины, оспаривая действия Иисуса, ставят ему вопрос о его полномочиях. «Какой властью ты это делаешь?» В то время как евангелист Иоанна, иудеи спрашивают, какое знамение можешь ты нам дать, да, что властен так поступать. То и Христос предлагает им разрушить храм с ней, сей, и он воздвигнет его в 3 дня. И это вызывает недоумение, на что сам евангелист объясняет эти стихи, замечая, что он говорил о храме тела своего. «Когда же воздвигнут он из мертвых, вспомнили ученики, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». То есть храм – это место присутствия Божества. И, собственно говоря, смерть Христа превращает его тело в новый храм, который заменяет собою прежний храм в Иерусалиме. И все события в 4 Евангелии так или иначе соотнесены с иудейским культом. И, собственно говоря, евангелист не случайно помещает этот эпизод в начале общественного служения Иисуса Христа, чтобы теснее связать его свидетельством Иоанна Крестителя об Иисусе как об Агнце Божьем. Изгнание из храма, продаваемых для жертвоприношения животных и голубей, символически выражает то, что эти жертвы уже не соответствуют времени, в которое появляется и начинает действовать Агнец Божий. Но здесь нужно отметить еще одну важную деталь, которая ни в коем случае не должна ускользнуть из нашего внимания. Сам факт прихода Иисуса Христа в Иерусалим достаточно необычен, потому что из предшествующих Евангелий мы знаем, что служение Христа проходило исключительно в Галилее, и никаких указаний о том, что Иисус Христос приходил в Иерусалим до своей казни, до своей смерти, мы ни у Марка, ни у Матфея, ни у Луки не встретим. Как же быть? И в этом последние Евангелие существенно отличается от трех предыдущих. Оно, по большей части, как раз и сосредотачивается на служении Иисуса Христа в Иерусалиме, а не в Галилее. Большая часть речей, которые приводятся в 4 Евангелии, произносится во время религиозных праздников – Пасхи, Кущи, очищения храма. И, кроме того, важно, что почти все события, которые происходят вне Иерусалима, обязательно с ним связаны. То есть Иерусалим присутствует в каждой главе, даже если описываемые события происходят вне Иерусалима. Например, вот мы с вами разбирали уже первую главу. Что там говорится в начале? «И вот свидетельство Иоанна,
когда послали к нему иудеи из Иерусалима, священников и левитов, спросить его, кто ты. Или, например, в беседе с самарянкой, которую нам еще предстоит разобрать, вдруг самарянка задает вопрос. Отцы наши на этой горе поклонялись Богу, а вы говорите, что Иерусалим – то место, где должны поклоняться. И даже в случае воскрешения Лазаря отмечается. Была же Вифания близ Иерусалима в стадии 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии, утешить их в горе о брате. То есть даже если событие происходит вне Иерусалима, все равно оно, как мы видели только что, оказывается с ним связано. Более того, надо сказать, что при этом все события вне Иудеи происходят либо накануне, либо после религиозных праздников. И даже когда Иисус Христос покидает Иерусалим, это пребывание всегда вынужденное и связано с грозящей там опасностью. Но этот разговор, это отступление было бы неполным, если бы не указать на то, что вообще центральной темой Евангелия от Иоанна является паломничество. И поэтому, помимо неоднократных указаний на приход Иисуса Христа в Иерусалим, мы встречаем в Евангелии, например, 4 главе галилеян, которые возвращаются с праздника Пасхи и видели в Иерусалиме множество чудес Иисуса Христа. Мы в 6 главе встречаем жителей Галилеи, отправляющихся в Иерусалим на Пасху и по дороге встречающих Иисуса Христа. 7 глава братьев, собирающихся в Иерусалим на праздник Кущей и приглашающих Иисуса с собой. Множество людей, 12 глава, пришедших на праздник, которые выходят из Иерусалима для того, чтобы торжественно встретить Иисуса Христа. И так далее. Итак, что же в итоге? В итоге в Евангелии от Иоанна неоднократно упоминается о людях, путешествующих в Иерусалим для поклонения и совершения религиозных обрядов. То есть мы видим, все Евангелие от Иоанна, оно пронизано темой паломничества. Это является тоже одной из нитей, одной из центральных тем всего повествования, и сам Иерусалим, он выходит на передний план, в отличие от предшествующих евангелистов, становится неожиданно центром повествования, и уже следующая, первая пространная беседа, беседа с Никодимом, которую мы встречаем в следующей главе, она проходит в Иерусалиме.